игре, которая называется «Шахматы». И коль скоро сегодня речь пойдет о шахматах, то, стало быть, вот эта шестерка примет сегодня участие в сеансе одновременной игры на одной сцене. Ну и должен вам заметить, что КВНовские шахматы судить ничуть не легче, чем шахматы обычные, шахматы настоящие. Поэтому очень серьезная у нас сегодня команда судей. Прям такие международные, коллегия международных гроссмейстеров, которых я с удовольствием и приглашаю занять свои места за судейскими столиками. Итак, пожалуйста, вице-президент ФИДЕ, президент Российской шахматной федерации, адвокат Андрей Макаров. Господина Каспарова я попрошу задержаться здесь, у этого столика. Гарри, я понимаю, что пришел не в шахматы играть, но тем не менее у меня просьба от всего нашего клуба. Пожалуйста, сделай первый ход в сегодняшней игре. Спасибо, спасибо. Да? А шахматы здесь при чем? Ну как при чем? Ведь у нас в троллейбусе плотность населения выше, чем в Китае. А с китайцами играть в шахматы стало просто невозможно. Особенно, когда они по шахматной доске конями начинают шастать. Туда-сюда, туда-сюда. Да что тут сложного? Ведь конь ходит буквой Г. Да? А ты видел, как они эту букву Г пишут? Да что там китайцы? Вы посмотрите, что пишут в наших газетах. Вот! Неожиданно ярым поклонником шахмат стал Владимир Жириновский. После того, как узнал, что шахматы делятся на черные и белые, а не на евреев и демократов, как он думал раньше. Карпов чемпион, в высшей лиге будет он! Карпов чемпион, в высшей лиге будет он! О! А говорили, Карпов в жюри сидеть будет. Е2, Е4, от Москвы и до Канар, шахматы, король Каспаров, Карпов чемпион! Да-да-да, спасибо, что напомнили тот незабываемый матч за звание чемпиона мира. Карпов и Каспаров. А не наоборот? Да, Каспаров и Карпов. За одним темное прошлое, за другим светлое будущее. А не наоборот? Да какая нам с вами разница? В общем, ситуация накалена. И вдруг на шахматную доску опускается муха. Каспаров тут же делает из нее слона и загоняет Карпова в угол. Бац! Так ведь нечестно! Да бросьте вы, это же шахматы, а не преферанс. Ну нет, лучше уж пойти стандартно. Помни, сели с мужиком играть, у него на одну пешку больше. Ситуация безвыходная. Я фигуры раскидал, доской ему по голове, он в обморок падает. Подожди, думаю, я ж ведь мог слоном на D5 сходить. Ребята, там шахматисты, Тайсона бьют. Так и мы шахматисты. Так идите скорее, там ваших мало осталось. Да какие мы шахматисты! Так, тема приветствия. А почему именно старики так любят играть в шахматы? Да. Для нас, стариков, это единственная возможность потрогать чужие фигуры. Итак, логические цепочки. Прошу. Оркестр, труба, дуть. Продуть. Шахматы. Машина. Поехала. Крыша. Черепица. Шифер. Фишер. Шахматы. Телефон. Звонить. После двух. Е2. Е4. Шахматы. Девятка. Капать. На мозги. Думать. О женщине. Он сказал думать. Шахматы. 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 Ты походила на Е7, что стало радость мне всем. Я походил твоим колем на G5, что стало радость мне опять, как бы недолго там стоять. Синим огнем сгораем, но поем вместе с конем, о чем поем. Нам ясно не совсем, зачем поем, коню уже понятно. Поем за тем, чтоб не было проблем, больших проблем на той КВН.
Ленин играть в шахматишки любил. Ссылки фигурки из хлеба лепил. Конь уместился едва на лужайке. Четыре барака осталось без пайки. Мне как гроссмейстеру, почему цыгане не играют в шахматы? У них очень велик соблазн увести с доски коней. Хорошо. Так, еще есть версии. Так, хорошо, пожалуйста, Лена, свой вариант ответа. Да потому что... Спасибо. Да потому что текст «Помогите, кто чем может, мы с ребенком все проиграли на 36-м ходу» в метро как-то не звучит. Так. Все, да? Пожалуйста, тогда свой вариант, прошу. Скажу себе, как гроссмейстеру. Бывает ли в шахматах положение вне игры? Бывает, когда переберешь белого по черному. Так, хорошо, пожалуйста, Махачкала, ваш вопрос. Если придя и вы домой застаете свою жену за игрой в шахматы с незнакомым мужчиной, вас это не настораживает? Ну, смотря какую позицию они разыгрывают. Пожалуйста, свой вариант. Ну, теперь уж и я домой приду, так. Про наболевшее, пожалуйста. Скажу я вам, как гроссмейстер гроссмейстерам. Если придя домой, я застаю свою жену за игрой в шахматы с незнакомым мужчиной, меня это не настораживает, тревожит другое. Откуда у нас дома шахматы? Хорошо. Следующий. О, какие орлы! Завалим! Видеть орла. Вам задание на этюд. Белые начинают, черные сопротивляются, получаются метицы. Казимиру Малевичу, так и не нарисовавшему шахматную доску до конца, мне, наверное, труднее всех, я не имею 62, даже 2 лет опыта судейства в КВН, игры в КВН. Я действительно вот думал, как ставить оценки, и мне кажется, я соблюдал те же пропорции, что и мои соседи с той стороны, но хотел сделать их просто повыше. Но мне кажется, что действительно начало сезона, и поэтому за пределы дебюта выходить было трудно. Что касается последнего конкурса, то, мне кажется, наше мнение совпало с моим уважаемым соседом-парламентарием. Действительно, в последнем конкурсе Симферополь смотрелся очень хорошо. И все-таки в шахматах, я полагаю, импровизация играет не последнюю роль. Вот. И, наверное, этот элемент, он развивается просто от дебюта к эндшпилю. Но в целом, большое спасибо, что такой конкурс вообще шахматный, он вообще был изобретен. Вот. Шахматы заслужили место среди столь уважаемых людей. Вот. И я думаю, что этот КВН, он хоть и был первым, но все-таки оставит какие-то воспоминания. Мне очень, честно говоря, понравилась шутка про Малевича. Спасибо.